Скажите, вы делаете спортивный животик? Я могу сделать. Два способа сделать спортивный животик. Это заставить качать пресс и отжиматься, заниматься спортом. Второй – хирургический. Но хирургически он ограничен, если все-таки не заниматься спортом. Потому что хирург не может увеличить толщину мышечного каркаса. Хирург может только устранить расхождение мышц, может устранить грыжевые дефекты, когда есть какие-то дефекты в области передней брюшной стенки, вообще брюшной стенки. И также есть еще элизионный спортивный животик. Это когда из подкожно-жировой клетчатки с помощью липосакции формируют борозды, канальцы, таким образом, чтобы формировались кубики на животе. И кажется, что животик спортивный. Вот именно что кажется. Если именно вот такое интересно, ну, как хирургу мне это не очень интересно, если честно. Это так, развлечение.